господине Целошем, святейшем патриархе Кирилле, и о господине высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Елисее, и о всем Христе братстве нашем, и о всякой души христианской, скорбящей же ослабленней, милости Божией помощи требующей, о покровении града сего, и живущих мне, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочтанием и страхом Божьим труждающихся и служащих отец и братья наши, оставшихся и во шествии сущих, по исцелении в немощах лежащих, о спении, славе блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братья наших, все лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святем храме всем всем. Граду сему и святому храму сему, и всякому граду и стране, от глада губительства троса, потопа огня, меча, нашествия наплеменников, междоусобные брани, злотворных воздухов, атомной радиации, терроризма, экологического бедствия, о ежемилостивую, благоуветливую быть и благому, и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, избавите мы от належащего и праведного своего прещения, и помиловайте мы. Слышите Господу Богу глас моления на грешные и помилуйте нас. Услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих море далече, и милости в милости буди, Владыко, всех наших, и помилуй мы. Милости Бою человека любит Бог еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Молитвами Всепречистая Владычица наша Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательствуя честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, с
святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлитийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великих княгини Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Гермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Иоазафа, епископа Белгородского, святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, святителя митрополита Никовосийских, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина и Серафима, митрополитов Петроградских, Петра, митрополита Крутицкого, Илариона, архиепископа Верейского, Афанасия, епископа Ковровского, святых царственных страстотерцев, преподобных учениц, великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских, Иова Почаевского, Корнилевского, Печерского, Сергия и Никона, игумена Радонежских, Серафима Саровского, Амбросия и прочих отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, священного ученика Николая Пресвитера еже верхнем Гнутове, преподобные Арсении и Гуминию Медведицкия, великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора епископа Суздальского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема Патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление в прегрешении наших, покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, убери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбец. Thank you.
Також і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в твої искушенье, но избави нас от лукаво. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого и во веки веков. Вкушающие от них верное освети, яко ты си благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и все святым и благим и животворящим твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Господи Боже, спасение моего в дни возвратка в ночи пред Тобою,
да видит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот моя аду приближится, применен бык с нисходящими в рог, бык и хочу. Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя, Господа, и не забывайся в воздаянии Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истрения живота, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться и ковор для юность Твоя, творяй милостыни, Господи, Сухара. Благослови Тебя, Господи, вся внутренняя моя, имя святое Его, духушки благослови Его, благослови Тебя, Господи, все силы Его, слуги и покорящие воли Его, благослови Господа, все дела и мрасы комехи, владычества Его. Благослови душе моя, Господа, на все комехи, владычества Его. Благослови душе моя, Господа, на Его истину Твоей. Услыши меня правду Твоей, и не видя суд с рабом Твоим, как и не пробиться пред Тобою со зверей. Я же познала душу мою смирение, время животное, и содела ее в тему, и конец Твоей века. И мы вам не будет на вас, и все сердце мое, и мы не будем, и все сейчас из век Твоей. Хорошо дальше, я ходил. Здесь есть становится грандиоз. Но здесь даже, не здесь даже прикрыли комнаты. Только у меня дома на столе прикрыли. Вообще, правда. Когда ты продаешь, берешь, там у тебя ремень есть, сзади стрелку сделал, потянул, и здесь по бокам. А он тебя рубашка сразу становится. А так пальцы неудобно, намного. Я просто привык уже. Тут опыт, понимаешь? Это мушкара. А я у нас выйду.
так сюда. Благословенна ты, жена. Знаешь, какая прям, то грязно, как пенки, клавит прям. И там ты фотографируешь. Костерчик зажги. Дать комары все попадают. Здесь у подряд. Седьмой год. С нами вот четвертый год. Я здесь уже 30. Не, нет, я имею в виду последние годы с подряд. Вот как в парке образовалось. Вот тут мой зон. Так что было. Ну что, похоронили в Агапе? Молодец. А что, она болела? Так, вечно. День скорби. 22. У меня 22 июня отец родился. Не забудь его поздравить. Повеление, уловят на душу праздничий, правоподобный судья, и быть Господь любящий, Бог мой, помощь упования моего, и воздать им Господь беззаконие их, и полукарту их, погубить я Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи,
труба, полы, согласно трубы роженые, Господите, представим, Господи, я покраня по сведению, Бой по ведению, Бой я видадеи, Господи, Боже наш, Ты послушал, Иси, Боже, Ты милости бывал, Иси, нынчая на вся начинание, возносите Господа Бога нашего, поклоняйтесь в горе святи Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога, и вся земля, работайте, Господи, веселье, о, не видите прежних радости, будет у кого-то не хоть нас, оклеветающий рота и искреннего своего всего изгоня, гордым мотом и несытым сердцем с ним едя, очи мои, наверное, земли посаждаем я со мною, пойдя по пути непорочным, всеми служаше, не живяши по сути дома моего творя гордыню, глаголе неправедное, не исправляше пред очима моима, во утро избива вся грешная Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Иисуса Христа, и в любви Бога и Отца, и в причастии Святого Духа будет со всеми вами.
Вон там возле входа все пройдут. Дайте вот сюда. Ну что ж такое, да? Андрей, да конечно, конечно. Они все обманут. Всех ждем в парке. Я
владыков Иоанн, владыков Феоктист, отцы, братья и сестры, урюхинцы, господа атаманы, казаки, все, кто сегодня собрался на праздник Урюхинской иконы Божьей Матери. Мы знаем, вот, пожалуйста, написано 21 июня, день явления Урюхинской иконы Божьей Матери. В свое время оно очень горячее было. Вот, ну, наверное, сегодняшние временные особенности такие, что мы немножко становимся такие вот теплохладными. И вот все-таки, когда мы собираемся вместе в таком числе, это всегда радует. Поэтому я вас всех сердечно поздравляю, и мы уже здесь, по традиции. 6 лет назад мы здесь служили божественную литургию, кто помнит. Да? Сейчас вот мы здесь приходим каждый праздник, приносим наши иконы, явленную и копию явленной иконы, еще 3-я есть икона, она находится в Казанском соборе, тоже вот копия, написана в 1907 году. Вот. Сюда приносим, совершаем молитвенное пение, а потом идем к арке и проходим подаркой, да, под, именно под иконой Божьей Матери, с молитвой и просьбой о том, чтобы у нас в жизни все строилось к Высшему. Я вам этого желаю, счастья вам и Божие благословение. Благослови Преосвященнейший Владыку. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Яко свят есть Боже наш, и Тебе, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Святое дыхание да хвалит Господа, святое дыхание, и усподобитесь нам, слышанию святого Евангелия Господа Бога молим. И милость прости услышим святого Евангелия и мир тебе. И доволи Твоим, Господи, славу Тебе. Одни ионы, встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Ионе, и вошла в дом Захария и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, сказала: «Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего». И откуда это мне, что пришла Матерь Господу моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, сыграл младенец радостного чрева моего, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: величая душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его. Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услышь нашим, святейшим патриархе Кирилле и о господине высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Елисее, и о господине преосвященнейшем епископе Иоанне, и о господине, преосвященнейшем епископе Феоктисте,
и всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, о еже к славе Божией, о создатися и построитися кафедральному храму святого града сего. Рцем си, Господи, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, все предстоящих и молящихся Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей российской и спасении ее, о народе, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милостив, милостив буди владыка в грехах наших и помилуй. Милостив Бой, человека любит Бог еси, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. О Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. Спаси нас. О Пресвятая, Преблагословенная Мать Господа нашего, и падаем и поклоняемся Тебе пред святой чудотворной иконой Твоей, воспоминающей Тебе явление Твое в ограде нашем, смиренно молим Тебя, благая заступница рода нашего, сохрани по строгом милости Твоей от церковь Твою святую, брат наш и страну нашу православную, и всех притекающих к Тебе с верой и любовью, умиленно простящихся слезами Его заступления, подашь недугающим судьбу и здравие, избави нас от всяких скорби и печали, огради нас от всяких веру православную до конца дней наших непорочно сохрани. Во всех заповедях Господних постави из-под нас мирные христианские кончины. И доброго Господа, Сына Твоего и Бога нашего, Его же умоли, нас Матерь Твоими, да не осудит нас по беззаконию нас, но помилует нас. Злицы и невидимые, Ему же подобает вся слава, поклонение пред изначальным Его Отцем и Пресвятым, и вот Духом ныне пресно и во веки веков. Премудро. Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая, херовимая, славнейшая, без сравнения сироты, без отсвения Бога, слава Рожия, Священная Богородица, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыка, благослови! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистую Свою Матери и всех святых, помилует и спасет, как благ, и человека любит. И славите Ты, Господа! Ты еще!
гневом Божиим. И здесь, на этом месте, говорят мне, стоял кровный собор Вознесения Господня. Слава Богу, нас Господь сподобляет. Здесь тоже совершать молитвы. И вспомнить об этом, о том, какие всегда были казаки, преданные делу своему, преданной Родине, преданные прежде всего клятве своей, присяге, как они всегда говорили и говорят, за веру, отечество и за дом, да, за дом. Так что Бог нам всем помощь. Спасибо Господу, я благодарю еще раз наших архипастырей, которые приехали и разделили с нами сегодняшнее праздничное богослужение владыка Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского. И вот у нас еще теперь появился один архиерей. Это викарий Волгоградской епархии, епископ Феоктист. Вот они здесь вот находятся, и мы рады с ними вместе вот так разделить счастье, вместе помолиться. Спасибо. Благословите ваше Преосвященство, дорогой владыка Елисей, ваше Преосвященство, дорогой владыка Феоктист, дорогие братья и сестры, все гости сегодняшнего праздника. Я рад приглашению владыки Елисея был здесь сегодня поучаствовать в этом богослужении, помолиться действительно на этой исконной русской святой казачьей земле. Это святыня Урюпинская икона, главная святыня нашей Волгоградской земли, Волгоградской митрополии. И поэтому в этот день всегда многочисленные паломники, в том числе веренные мне, епархия Калачевская, в частности, я видел сегодня паломники из города Волжского, как всегда, рано утром, даже с ночи приезжают автобусы с паломниками. Люди несут свой подвиг, всю ночь находятся в дороге, бывают здесь с детьми, чтобы помолиться у чудотворной иконы, попросить милости Божией, милости и заступничества Матери Божией. Вот. И пока в людях такое есть стремление, желание, вот, значит, наша вера непобедима, неистребима. Но я надеюсь вместе с вами на ее еще больше возрождения. Храни всех Господь и Матерь Божия. Ваше Преосвященство, дорогие братья и сестры, спасибо, Владыка, за... Во-вторых, я буду очень краток. Вы лучше меня знаете историю предупреждения. Была явлена для поддержания того подвига, который несли две подвижницы. Сегодня мы приходим, просим каких-то таких нуждах. Значит, она была для вдохновления дополнительного на христианский подвиг. Я надеюсь, что мы это не забудем. И, прибегая к иконе, в первую очередь будем просить о том, чтобы Божья Матерь нам не чего-то дала, а поддержала нас на путях нашей христианской жизни, и в чем помощь Божия всем пожелаем. И, конечно же, наш Герман Волгоград митрополии, он сейчас он в отпуске, благословенным патриархом, поэтому не смог приехать, но все перед свое благословение молитвенно с нами. А теперь уже по традиции я попрошу казаков, а мы сейчас пойдем за иконами, вот по той дорожке, да, знаете, по этой дорожке и к арке Урюпинской, и там все пройдем вот к образам. Это такая здесь давнишняя традиция. Вот. Это всегда как так здесь было. Ну, с Богом. Yes, Lord.
Сира. Дима, пока нет, мы вернемся, все пройдет. Куда вы еще идут, они все? Сейчас идут. Сейчас люди будут возмущаться. Вполне нормально возмущаться, не просто. Что вы делаете? Паша, Паша, Алёш, пойдем. Идем, идем. Еще кто-то тут посмотри, Давай, Сеня,
Скорее. Праздником пожертвуйте. Нет, тут нельзя ходить. Батюшка, пожалуйста.